motherfucker. What's up, ребятки? С вами канал Олег Геймлесс, ПМ Рак, это Subnautica Pillow Zero. Погнали! План маневрирования сегодня такое. Что сегодня мы будем делать? В общем, ну это нормально, нет? В общем и целом, что мы сегодня будем делать? Сегодня мы будем перемещать нашу станцию вообще вот отсюда вдоль направления морского течения непростого. А мы сегодня будем мигрировать, да. Мы сегодня будем мигрировать, потому что здесь меня не устраивает тесно место. Тесное место очень. Место. Тесное место. Место тесно. Местность очень неблагоприятная для условий развития нашего. Мы вынуждены были строить какой-то цилиндр, я не знаю. Я хотел вширь как-то развиться, чтобы это было удобно, чтобы подплывала лодочка. Я решил, что нужно отсюда валить. Мы открыли новые здания, новые строения, и их нужно тоже размещать, а их разместить негде. Будем сейчас искать новое место для строительства нашей обсерватории. В общем, приключения! Я предлагаю проехаться по разным местам, разным локациям и посмотреть, что в целом нас здесь ждет. Мы недавно улучшили наш мореход, он стал погружаться намного глубже. Сразу же стало интересно, а какого хрена здесь происходит и вообще, что здесь есть на дне? Поплавав немножко по мелководью, мы отправились дальше вглубь нашей пучины. На самом деле, вы знаете, очень страшно. Давайте до конца влево сплаваем. Зона зелени. С левой стороны, да, у нас оказался зеленый сад. Место неплохое. Оно очень мило выглядит. Никогда не заскучаешь прям. Смотри, какая-то станция. А мы здесь не были. Сканер. Что это? Оба-на. Что мы нашли? Вот эти русалки еще водятся. Кстати, вот эти твари, короче, похищают ваши предметы. Морская обезьяна. Морские обезьяны сменили отношение ко мне. Серьезно? А у них были со мной какие-то отношения. Морские обезьяны сменили отношения. Перестали воровать. Товарищи разработчики, вы настолько уже извратили игру, что теперь та задумка первоначальная, что они воруют все вещи, теперь они носят вещи. Ну, блин, ну... Это ж было прикольно, когда они воровали. КПК есть. Так, значит, что у нас? Журналы и сообщения Альтерра. Отчет о статусе поставки. Да боже, эти морские обезьяны доведут меня до беды. Это уже третья поставка, которую эти паразиты прибрали к своим странным ручонкам. Теперь у нас не хватает сигнальных ракет, и мне придется обыскивать ближайшие гнезда в поисках украденного груза. Им повезло, что они милые. Они просто какие-то морские еноты. Не стоит их за это винить. Теперь они их носят обратно, я не знаю. Тем временем отправляемся дальше. Что это такое, чел? Яйцо существа, давайте возьмем. Так, мы двигались пока, получается, куда-то в ту сторону. Мы доплыли до какого-то шлейфа, я не знаю. Давайте посмотрим, что здесь. У нас есть выход наружу. Жара ромашки. Помним, что они очень-очень сильно спасают, когда нам холод. Подожди. А что это такое? Что это за база такая? Надвигается опасная погода. Ищите укрытие. В смысле? Алло? Офигеть. Переохлаждение неминуемо. Для чего Альтерра использовал это место? Ученые здесь пытались найти меня. Нифига себе! Вот это поворот! Вот это мы забрали! Вот, вообще, нежданно-негаданно. Мы пошли искать новое место для жилья, в итоге нашли вот такую крутую базу, на которой, по словам нашего друга, инопланетянина, который делит с нами одно тело, его здесь пытались исследовать. Компост 0 располагает самыми современными удобствами, в том числе проживание на 3-6 человека, полноценная научно-инженерная секция, развлекательно-технологичный комплекс, тренировочный комплекс, большая теплица и установка фильтрации воды для самостоятельного проживания, комплект для метеопрогнозов, отсек для крабов. Вы, уважаемый морской стай, икроточно. Мы были назначены на базу главного сектора. Отсюда вы будете проводить исследования инопланетных коммуникаций, технологий, а также отправляться на местные операции и к дистанционно управляемым установкам в секторе. Здесь есть, кажется, база под низом, да. А, то есть мотивационный плакат, который я снял, это запрещенный мотивационный плакат. Считайте, что, как сказали мне, это контрабанда. Так, что мы еще нашли? Долить моторный обратно в охладитель работают. Документировать завершенные исследования образцов сделано. Продолжение исследований механизмов силового поля для участков 0 работают. Отправить ежедневный отчет о работе работают. Надраить костюмы краб надо сделать. Починить замок на люке станции надо сделать. Сделать ежемесячный обход дистанционных установок надо сделать. Сделать.
Возьмем одну семечку. Исследуем большие грядки, крышку. Здесь шикарное окно. Я его не могу просканировать. Зарядное устройство для энергоячеек. Это то, что нам нужно. Водоочистительная станция. Так, автомат. Автомат. Торговый автомат с едой. Разместив такой торговый автомат, то у себя на базе можно всегда быть обеспеченным едой. Вот, да. Плакат. А помните, в первой релизной версии мы вообще начинали с этой базы. То есть мы начинали отсюда игру. Переборка. Кстати, да, а переборку-то мы не исследовали, прикинь. Теперь-то у нас есть переборка. Это дикое исследование. Дикое исследование по дикому холоду. А здесь, наверное, выход на улицу. Нет, смотри, там дальше проход, поэтому мы туда пока не пойдем. Мы тогда посмотрим, что здесь у нас. Фотография. Взять фотографию. О, кошечка, я соскучилась по этой маленькой пушистой лежебойке. А, значит, она эту кошечку знала. Кошечку эту-то она знала. А здесь что? День не приводи детей на работу. Эй, Сэм, мне хочешь поздороваться с моими детьми? Я сказала им, что покажу один день из жизни ученого. Конечно, привет, Аарон, привет, Свэм. Расскажи нам, над чем ты работаешь? О, это личный проект. Больше похоже на биологию, чем на робототехнику. Да, я просто подумала, я знаю, что никто меня в этом не поддерживает, но что, если я нашла способ разобраться со смертельной бактерией? Я бы сказала, что никто тебя поддерживает. Я поддерживаю. Я знаю, но ты не скажешь ничего Эммануэлю или Зете или кому-нибудь. А что бы изменилось, если бы я сказала? Я сейчас не то, чтобы на хорошем счету. Я знаю, не хочу, чтобы ты рисковала еще больше, чем сейчас. Мне жаль, я бы хотела сделать больше. Над чем ты работаешь, что имела в виду под разоблачением со смертельной... разборкой со смертельной бактерией? Эта штука все еще записывает? О, верно, так что это была бы ЛСМ, ребятки, я сейчас выключу. Исследовательские заметки по архитекторам. Во время, как другие команды изучали туманные методы пробуждения архитекторов, мы применили более практичный подход. Мы знаем, что эти полуорганические полуцифровые существа хранили то, что считали собой на компьютерах в своих святилищах. Но проникнуть в него на данный момент невозможно. Если я могу попасть внутрь и предоставить подходящие носители, я думаю, у нас... Чтобы узнать больше, нужен живой архитектор. Ли слишком много хотела знать об архитекторах. Я не мог ей этого позволить. Альтерианка, как ты думаешь, что бы она сделала с тобой? Она могла обнаружить врата в наш родной мир. Я решил, что разумнее не рисковать. Значит, ты как бы нам намекаешь, что ты ее уничтожил, ты ее дезинтегрировал, остановил, ты не дал ей продвинуться дальше, ты уничтожил ее исследования, детские рисунки. Смотрим дальше. Во, у нас есть еще операторская. Для чего нужна операторская? Давайте посмотрим, для чего операторская – это вообще вещь. Это бомба. Смотрите, рабочий центр для контроля и управления энергией жилища. Это выход на улицу, наверное, будет. Совершенно верно. На улицу нам пока не нужно. Мы не закончили исследования в нашем научном центре. Мы продолжим сейчас ходить. Здесь мы разблокировали еще одну дверь. Нам нужно пройти в нее в первую очередь. Смотри. Доктор Лилиан Бенч и доктор Саманта Айю. Что дальше? Есть КПК, считаю дни. Мои дорогие Брайан, Свея, Орен, я считаю дни до того момента, как смогу вернуться домой и всех вас обнять и поцеловать. С тех пор, как мои исследования проекта отменили, я нахожусь на месте под названием OnePost 0. Занимаюсь, да, особо ничем. Да, и Сэм тоже в чем-то провинилась, и ее... Вот Сэм, это сестричка, которую мы ищем. Она в чем-то провинилась, ее сослали сюда. Тоже что-то тут делать. Картошка, ты была славной кошкой. Что здесь? Робот-пингвин. Сэм занималась тем, что она изучала и конструировала роботов-пингвинов для исследования поверхности. Нет пути назад. Не думай, что у меня есть выбор. Я должна нейтрализовать бактерию сама. Я немного нервничаю. Ладно, я в ужасе. Но эта штука, это смертельный приговор. Нам не следует с ней играть. Я не биолог, знаю, как и все остальные здесь. Я не разговаривала с Дани с тех пор, как мы поругались. Зета сказала, что разберется, и не разобралась. Лил практически умоляла меня бросить эту затею. Ее все отговаривают, на нее все давят, но она упорно продолжает исследовать бактерии. Что ж, тогда до победы мы здесь все выяснили, что нам нужно было выяснить. Теперь мы двигаемся дальше. А куда дальше, собственно говоря? Что дальше? У нас, кстати, очень много всякой приборной панели внизу находится. Давайте. Это же роботы. Это же краб. Мод 3. Модификация 3. Мы так, кстати, прошли быстро и даже ничего не посмотрели. Трактор можно исследовать?
Трактор исследовать нельзя. Мы двигаемся дальше. Здесь у нас жар-цветок. Мне прям интересно, куда ведет эта дорожка? Вам же интересно, да? Мне вообще как, в общем, прям я чувствую, это прям жила какая-то. Мы прям что-то нашли прям жестокое, прям дерзкое. Мы прям что-то нихера. Офигеть! И все страшно глючит вообще-то. Мерцает прям. На удивление, в пещере, состоящей из льда, и вообще не холодно. Это как? Что это? Ледяной сталагмит? Мы нашли какую-то лабораторию неземного происхождения. Об этом доктора наверху из лаборатории говорили и рассказывали. В смысле? Алан, что это за место? Это технология архитекторов, стандарт для моего народа. Но для меня ничего из этого, что делает твой народ, не является стандартом. Для чего оно? Это комплекс предоставляет средства для быстрого перемещения. Он, по всей видимости, не активен. Без носителя для меня это место не особо полезно. Понятно. В общем, что я могу сказать? Да, мы сегодня хотели построить шикарное место для нашего морского исследования, а в итоге нарвались на какую-то станцию, да еще и с лабораторией неземного происхождения. Предлагаю на этом сегодня закончить наше прохождение, потому что у нас теперь есть целая многочасовая лаборатория, в которой мы будем ходить, исследовать, смотреть и узнавать, что вообще, как вообще, зачем вообще и почему вообще мы вообще сюда пришли и зачем. Канал Ali Game, Let's Play Rack, это игра Subnautica Below Zero. Пока!